Вакцинация в мире набирает обороты. Продолжается профилактическая кампания и в Приднестровье. Сейчас идет запись на вакцинацию препаратом AstraZeneca. Каждый день это около 100 желающих по республике. Вакцинация в Приднестровье – дело добровольное. Бендеры, городская поликлиника. Пациенты ждут своей очереди на прививку. Приглашают по 10 человек. Именно столько доз во флаконе препарата AstraZeneca. Желающие звонят в регистратуру и записываются. На укол их тоже вызывают по телефону. Перед прививкой осматривает терапевт, проверяет давление, пульс, наполняемость легких, рассказывает о возможных реакциях организма на укол. Может болеть вместе укола, припухлость быть. Температура повыситься может, да? Угу. Мышечная боль может быть, головная боль может быть, общее недомогание, слабость. Это в течение первых 2 суток. Если будет такая реакция, то это нормально. Супруги Цугуй – пенсионеры. Вакцинироваться пришли вместе. Летом хотят ехать в Румынию к детям. Внуков давно не видели. Чтобы обезопасить себя, пока еще не заболели. И не сидеть, мы уже больше года сидим, не выезжаем. Вторую прививку супруги поставят через 8 недель. Поездку намечают на начало июля. Как говорят врачи, за это время как раз успеет сформироваться стойкий иммунитет. Как себя чувствуете? Место укола болит? Нет, я даже не почувствовала, когда кололи. Ничего не кружится, ничего не болит, все нормально. Если бы боялись, не пришли, а так а не что, боялись. Кто-то нас заставил или нас что? Никто не заставил, никто не обязал, сами решили, сами пришли, сами. Вот, теперь надеемся, что все будет хорошо. Андрей Время, мастер спорта по боксу, тоже ждет своей очереди на укол. Впереди летние соревнования, придется выезжать за пределы республики. Выпускают или с ПЦР-тестом, ПЦР-тест стоит хороших денег, или с вакциной, намного проще и легче. И для своего иммунитета, конечно же, для предотвращения коронавируса, все люди должны вакцинироваться. На сегодняшний день продолжается вакцинация AstraZeneca. Бендеров, по бендерам провакцинировано больше 300 человек. Сегодня у нас провакцинировалось 30 человек. Ежедневно мы формируем группы до 50 человек. В Бендерах пока работают 2 прививочных кабинета – в центральной поликлинике и в детской по улице Калинина.